Если в русском фольклоре бабаем, как правило, пугают детей, то в брянской диалектной лексике это слово означает «одинокого старика». На селе живет у нас бабай, один, без жены. А вот про персонажа из народных сказок, лешего, например, в Навлинском районе, скажут «хозяин». Хозяин у лесу путников с дороги сбивает. Словом же, дед в большинстве районов региона назовут растения с цепкими колючками, например, лопух, репейник или чертополох. У мени на городе дед колки рос, так я его высекла. А вот слово «старец» уже в Погарском районе употребят в выражении «ходить по старцах». Этот фразеологизм означает «просить милостыню, нищенствовать».